Всем привет, друзья! С вами Саня Играт, и хочу сразу вас всех поздравить с наступающим Новым Годом. Желаю вам счастья, благополучия и крепкого здоровья. Не только в Новом Году, но и в последующих. Ну и какой же Новый Год без подарков в нашей игре Lesta Games? По календарю 31 декабря, то бишь сегодня, каждому игроку начислила подарки. И нет, это не песочный танчик, который все уже хотели продать за голду, да? Признавайтесь. А подарки на самом деле немного скромнее. Это скидки на камуфляж, скидка на покупку 9 и 10 левелов. Еще сделали такую тему, типа сколько у тебя танков определенного левела, то столько у тебя X4. И самый главный подарок, наверное, это контейнер сюрприз. Как по мне, надо было раздавать хотя бы штучки по 3, чтобы были какие-то шансы. Хотя, знаете, в группе ВК люди уже выкладывают скрины, как им с одного контейнера выпал танк. Наверное, они в этом году хорошо себя вели, раз им так повезло. Ну а что выпало мне, это 1000 золота. На самом деле, это еще даже повезло. Многим выпадали просто бусты и свободка. Но на этом расстраиваться, ребят, не стоит, потому что с января месяца стартуют новые скидки, новые какие-то будут подарки вплоть до 9 января. Lesta Games нам это обещала. Ну а давайте теперь перейдем в большие танки. И для тех, кто играет в мир танков, разработчики за один, грубо говоря, день выдали аж 2 бонус-кода. Первый из них, и, наверное, самый главный бонус-код, это Happy23MT. Действует до 9 января и включает в себя 3 дня премиум-аккаунта, 3 личных резерва на кредиты и 3 боевые задачи на X5 боевого опыта. И чуть ранее разработчики выложили еще один промокод, который позволял вам принять участие в акции с возвратом имущества за демонтаж. Это что-то с чем-то. Вот меня удивила эта акция, потому что такого вроде я и не встречал за 12 лет игры World of Tanks. То есть ты участвуешь в акции, тебе как кэшбэк возвращается золото, боны, потраченные за демонтаж оборудования за этот промежуток времени. Не, звучит это здорово, как это будет выглядеть на самом деле. Посмотрим после 16 января, потому что написано, что 16 января должно это будет все вернуться. И посмотрим, так ли это будет на самом деле или нет. Но больше всего меня радует это скидки 50% на штатное оборудование, на снаряжение и на виды кастомизации за игровое золото в разделе «Внешний вид». Бонус при переводе опыта экипажа 3 раза выгоднее, чем обычно стали. Поэтому, ребят, скидочки есть. Заходим, играем. С вами, как обычно, был Саня Играт. Надеюсь, вам данный ролик был интересен. Прожимайте свой царский лайкосик. Подписывайтесь на канал. Идем 20 тысячам подписчикам. Поэтому надеюсь на вашу подписочку. Не ленитесь, мне будет очень приятно. Ну а я вас хочу поздравить еще раз с праздником, с наступающим Новым Годом. Может, кто этот ролик будет смотреть уже в новом году, 23-м получается, в январе, в феврале, не имеет значения. В общем, друзья, с Новым Годом, с новым счастьем. Приходите на мои стримы, приходите на видеоролики. Буду рад вас всех видеть. Увидимся, до новых встреч и пока-пока.